Автомобильная пробка в двух направлениях выросла между Северодвинском и Архангельском в минувшие воскресенье. Очереди на право проезда приходилось ждать минимум час, и это на жаре в 28 градусов. Ситуация может повториться. Так автомобилисты расплачиваются за реконструкцию трассы между двумя городами. К вечеру воскресенья пробка растянулась от въезда в Северодвинский почти до 5-го километра. Тем, кто ехал из Архангельска, вставать приходилось уже в Рикосихе. В итоге путь между двумя городами занял около 3 часов. В рамках выполнения работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги подъезд к городу Северодвинск на участке 19 с 19 по 30 километр выполняются работы по подъему насыпи. Вот таких 3 участка. Где вчера пробка образовалась, это был самый длинный участок. Мы планируем его, что подрядчик закончит в течение 2 ближайших дней работы. И движение возобновится. Интенсивность движения на трассе Архангельск-Северодвинск самая высокая в области. До 30 тысяч машин в сутки. В жаркие выходные она еще увеличилась. Работы по реконструкции трассы дорожники ведут круглосуточно. Поэтому автомобилистам придется мириться с неудобствами. В ближайшие 2 недели планируется ремонт еще на 2 участках от Рикосихи до 30-го километра. А это значит, многочасовая пробка может появиться снова.